В Рассказовском районе продолжают поздравлять юбиляров-долгожителей, которым лично в руки передают письма от президента. В этот раз почетных гостей по случаю 90-летнего юбилея у себя дома встречала Нина Васильевна Рыбина. Нина Васильевна Рыбина с самого утра ждала гостей. Поздравить с юбилеем именинницу приехали главы района и Верхнеспасского сельсовета, а также представители районной администрации. Цветы, подарки, поздравления от президента в конверте, но не менее значимыми в этот день стали слова и внимание. Нина Васильевна, а самое главное, мы привезли вам пожелания добрые, хорошие, сказать вам слова благодарности за то, что вы сделали за свою долгую жизнь. Свою долгую не просто жизнь человеческую, а педагогическую жизнь, потому что вы через вашу душу, сердце, голову, сознание столько прошло детишек, многие-многие вас помнят. Нина Васильевна всю жизнь проработала педагогом в школе, преподавала детям русский язык и литературу. Вспоминает, что классы были большими, по 30-40 человек. Дома допоздна проверяла тетради. Большую помощь и поддержку оказывал муж. На протяжении долгих лет Нина Васильевна также являлась депутатом сельсовета, возглавляла и так называемый женский совет. Много было сделано на благо жителей села Верхнеспасское. Сейчас Нина Васильевна проживает одна. Единственный сын рано ушел из жизни по причине болезни. Осталась внучка, которая сейчас живет в Пензенской области. Она не забывает, хорошая, вот, и приезжает, и каждую субботу обязательно позвонит, спросит, как я тут. У нее один сынок, нужно сказать, тоже хороший, тоже приезжает сюда, во всем помогает, мальчик хороший. Нина Васильевна живет одна, поэтому очень любит, когда приходят гости. На юбилей скучать не пришлось. Хорошая погода, улыбки и поздравления подняли настроение и придали сил.